падение арса. Отклонилась, да. Сейчас увидим ее. Отметаем падение фрагмента. Да. Так все нормально пошло? Все по плану. Ну кто-нибудь надо мне, чтобы кричал вообще. Все по плану. Сейчас все. Отла. 4 секунды. Сейчас опять увидим, вероятно. Да, нам уже не пойдешь, мы увидим.
Прошедшее мероприятие по ликвидации боекомплекта ракет прошло успешно. Тот способ, который мы опробовали осенью прошлого года, оказался наиболее эффективным, экологически чистым, экономически наиболее целесообразным, поскольку в 10 раз дешевле такой утилизации на Земле, и поэтому имеет право на дальнейшее существование и наиболее целесообразен в дальнейшем. Он дает нам возможность в том числе и проверить работоспособность техники, проверить обученность личного состава и дает, помимо всего прочего, значит, настоящий экономический эффект. В условиях, когда нет финансирования, создавать специальные стенды для ликвидации таких ракет, осуществлять их перевозку на эти стенды. Такой способ утилизации, он самый целесообразный и выгодный.